Ну чё, погнали? Ёпта. Ой, что-то я, да, совсем от рук отбился. Раньше я такой, типа, эй, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плейс Плей. Типа, погнали, давайте начинать, сели, собрались. А сейчас просто, слышь, бля, мне похер, ты будешь подписываться, не будешь ощеплевать. Мне похер вообще, привет тебе, не привет, мне похер вообще. Знаешь, вот во что я превратился, знаешь, животное. 2 месяца в Москве, да? И все. Ебануться. И интеллигентности как не бывало. Смотри, хопа. Ты видел, с какой высоты упал? А ему хоть бы хер. А, вы точно, он мне, смотри. Он же у меня может теперь бить, когда летит. Такой. Вот, смотри, что он делает. Это что у нас? Урон в рывке, да-да-да. Это эффективное исцеление. А это когда мало... Ну да, давай урон в рывке. Мне вот прям интересно посмотреть, как это будет работать. Это ложки. Интересно, где они ложки берут? Да, вот эти великаны. Наверное, у них какое-то свое есть производство. Живут они же, получается, точно так же, как... А, блядь. Так, помним, да? Я... Да идиот ты, что ли? Я... Мы решили, что я больше не матерюсь. Вернее, как? Меня попросили. Меня попросили не материться, потому что дети меня смотрят. Поэтому... Ну давай ты. Я не могу в эту игру играть не материться. Вы издеваетесь, что ли? Я разучился в нее играть. Так. Да вспоминаем все. Одна жизнь осталась. Одна. Вспоминаем все, чему меня учила моя жизнь. Ниточка. Заштопать себе жопку разорванную. Видишь, а то по жопке-то мне настучали. Вот это вот слизь зеленая, не знаю, что это такое. Плесень какая-то. А радиоактивная, которая просто угандошила меня просто в хламину. Так. Вспоминаем, как работают наши клавиши. Опа. Ну давай. Оп. Вот так. И... Сука, тяжело. Блин, пиздец, тяжело. Да не в ту сторону. Да иди ты в жопу. Ну как так? Как так? Don't open. Эй, может, пойдем в другую сторону? Нас ждут целые воинства демонов, а ты испугалась какой-то таблички? Написано Don't open. Не открывать. Это называется разумная осторожность. Упрямый ты медведь. Мразь. Медведь, ты че, блин? У нас этот... Блин, смотри, как красиво сделан, да? Мне прям очень нравится. А что делать-то? А не получается ни хера. А куда это? Ко мне куда? Ха, блин. Ха, вот тебе и ха. А, оооо! Чего я тебе говорил? Теперь убивай их, убивай всех до последнего! А чё меня убили-то? Я взял этот ты, как стрела, знаешь, ты туда проник, просю этот, а и всю. А меня взяли и разъебашили. Чё-то как-то это, бля, неправдоподобно. Я опять сюда, блядь. О, видел, что делал? Да какой? Блядь, у меня же этот поставлен идиотия какая-то. Этот удар просто какой-то бесполезный удар, когда я в рывке, я должен, типа, их... Херач, а у меня он не херачит, так вообще никак. Он сам получает урон почему-то. Блять. Это пряня, что ли? Пряня, ты как-то. Хуевенько стал выглядеть. Шреки это был такой миленький, хорошенький, симпатичный. Посмотри, что с тобой стало. Ебать, отвалит мне. Ты видел, что с ним стало? Это пряня, кажется, да? О, мне можно уровень повысить. Да это хорошо. Что это такое? Запас маны, увеличивает запас маны. А зачем? Повышает скорость. А я вот это хочу. Дальнобойность. Вот. Вот это хочу. Мне нравится оружие прокачивать. Новая возможность дальнобойности. Давай посмотрим. А что он делает? Да отъебись. А, так, повышает радиус поражения легкого оружия. Развивайтесь, чтобы открыть. А, позволяет наносить легкие оружия. Заряженные удары. А, ты что помнишь, что у меня вот что еще есть? Тиу. Сейчас посмотрим, как это работает вообще. А то есть, а я ни разу не пробовал, да? Блин, попробовал, называется. Он... А, эта штучка тратит ману. Ой, с другой стороны коробки. Сейчас она изложится. Эй. А куда ты пропал? Правильно, пиздани его. Пиздарики тебе. Вот ты, гад. Вот ты, хва. Я просто... Хочу. Давай попробуем. Блять, как ты меня страхал? Эти ебучие пчелы.
Вот что он делает? Вообще херший, что ли? Ты беспардонная пчела. Иди в жопу. Или это оса, или шмель вообще. Мне надо лечиться, видишь, надо подлечиться. За что бы меня, маленькая моя, этот, хорошенькая моя, красивая девочка. Как тебя звать-то? Искорка? Искорка? Искорка из-за... Я пытался вспомнить. Ла-ла-ла. О, подожди, тут же манна. Иди сюда, бля, ты будешь моим пополняемой энергией. Энерджи. А что он сделал? Ну просто неразумно сейчас, да, против него манну использовать. Чтобы... Он не зайдет сюда. Это объединенный. Об... Ой, фу. Ой, фу такой быть. Ой, красиво. А что медаль-то? А хер поймешь, что медаль? Ну и что, и как туда выйти? А я не понимаю. А туда не выйдешь? Тю. Тю. Ну только сюда, куда еще? А, ну на банку, да? Так. Тю. Что-то напоминает эта игра, как, я не знаю что, то ли микромашинки, то ли микро... Что-то напоминает, где такой же маленький человечек бегал? Бегал. Вот так же, как распиздяй по всяким кухонкам маленьким. Где-то я это уже видел, я не помню где. А сюда можно вообще упасть? Ну я не буду. Сейчас, как обычно, упаду, вот потом... Ой, это хорошо. А... Вот эта хрень... Урон в рывке. А, нахер не нужно. Надо ее поменять. Вот так, посмотрите. Берсерк мне больше нравится. Он как-то... Петюлей получаешь, а он, ну, типа... Он, типа, это. Ну, ты понял. А, ну и вот. Ну, такая вот херня. Куда я упал? А он продолжает их пиздить. Потому что это берсерк. Вот это. Видишь? А этот удар в полете я попробовал. Я сам получаю пистюлей больше, чем... Если бы не пробовал. Ну, смысл какой в нем? Смысл удара это в том и смысл... Да, блядь, ой, повезло. Чтобы этот... Когда его наносишь, что ты у враг получал больше урона, чем ты сам. А иначе нахер мне такой удар, от которого я получаю больше урона, если я пытаюсь нанести. Ой, фу. Ой, фу, налетел там разок. Получаешь пизделяшек. Вот, получаешь пизделей. И не... Лей-ка тут соплей. Все, еще один есть. Да это просто вынос мозга. Ну как так быстро-то? Я за всех уже и того, и то, и нахуй. И мне самому дали пиздюлей. Мне это не нравится. Я не понимаю, почему мне так легко дается пиздюлей. Ну как бы, их надо заслужить, а я-то не заслужил вообще. А вот выглядит как будто заслужил. Ну ладно, давайте еще раз. Где там одна эта мразота? Иди сюда. Да. Вот, видишь, я один удар оставался, и она меня развалицевала. Вообще, а я-то чё? А я как Мишка, добрый, милый. А, вот что мне напомнило-то. Мишки Бамси. И смотрел? Мишки Бамси. Наверное, нет. Они выходили там в конце, или в середине 90-х. Может быть, в начале. Ну да, начало, середина 90-х. По СТС был такой канал. Сейчас он 6-й канал. Или он так и остался в СТС? Он же все так и остался, да. А, нет, раньше он был 6-й канал. Там такая, типа, нарезочка была, шестерочка нарезанная. И там показывали мыши-рокеры с Марса. Мыши-рокеры с... Там, мыши-рокеры с Марса. Что там еще было? Вот, мышки Бамси. Что-то еще было. И там времена вообще были крутые такие, знаешь, чтобы себя поразвлекать, тебе нужно было купить себе какой-нибудь... Видите? А, как называется-то? Комикс, вот. Мне реально... Ой. О! Давай. О, что она вытворяет? Это магия, видал? Наконец-то ее попробовал. Какая мощная, да? А, наебался? Вот. И нужно... О, можно уровень повысить. Какая мощная, да? Новое ускорение. Что она делает? Дайте посмотреть. Повышает скорость заряженных ударов. Вот. И я покуп... И мама покупала. Что это такое? Мама покупала журналы? Комиксы. Ну не какие-то, знаешь, там типа Капитан Америка, блядь. У всех истерика. А покупала что-то этот. Мишка... Не... Да, Мишка... Нет, Мишка Бамси. Блин, подожди. Мишка Бамси?
Мишка Бамси. А, это точно, журнал комикс назывался Мишка Бамси. Он там сжирал мед и становился супер крутой и мощный какой-то. Ну, всем помогал, там что-нибудь снять, перенести. Ну, такой был пиздатый персонаж. Учил добру. Вот. И это было где-то то ли, я не знаю где, в Чехии, потом... Так, пора магию свою, ебануть. Вот, и он, потому что там он кронами почему-то расплачивался, кронами. Или с ним расплачивались. Ну, короче, там в обороте были кроны. Я думаю, это шаг, где это вообще был? Почему кроны? Ну, какая-то Чехия, Польша. Ну, нет, в Польше злато, да, вроде? А вот в Чехии, вот, кроны. И он, типа, этими расплачивался ими. Это казалось мне так, типа, круто, кроны. Мишка Бамси, типа, о-ля-ля-ля-ля. Это было заебись. Ну, вот, а почему-то других комиксов не было. Вот, подожди, был Мишка Бамси, и кто же мне еще был? Я не, блядь, вот кто рос в то время, что у нас было, какие комиксы были? Я нихера не помню. Я помню, были крутые комиксы, но не помню, какие конкретно. А нахер я сюда прилетел? Ну реально, вот хер мне сюда. Вот, Мишка Бамси. Что еще был? То ли, блядь, то ли черный плащ. Кому тут кофейку налить? Ай, мне не надо, я только с чаёк. Спасибо большое. Тем более непонятного происхождения кофеёк, он нахуй никому не сдался. Так. А, подожди, а мне сюда нельзя. Точно нельзя. Вот, и этот Мишка Бамси. Блять, а что такое? О, падла! Я иди. Я кофе разлил, блядь! Холод. Ой, горячо. Ниточка должна меня заштопать, потому что кофе мне порвал штанишки, что ли. Как кофе работает так, что он рвет штанишки, а? Я не понимаю. Так, надо. Ну и чё? Ну так. Вот, я типа, блядь, да, Мишка Бамси помню. А те, кто на шестом канале вот показывали мультики, блядь, там не Мишки Бамси были, там тоже были Мишки. Они по, из пней появлялись, там они такие были охеренные, как это, такие тележки подземные, там, типа, знаешь, чуть-чуть не метро. А, блядь, как их звали? Мишки! Их звали Мишки! А какие мишки? Я не помню нихера. Мишки-мишки, блядь. Мишки-мишки. А, мишки-рокеры с Марса, да. Там были мыши. А это не мишки. О, смотри. Там, я помню, можно было вниз пойти. А, ну, видимо, вниз и надо идти. А, мишка-мишка, блядь. Какой нахуй мишка? Я не помню. Мишка-мишка-мишка-мишка-мишка. Мишки. Медведи, мишки. Мишки Бамси. Нет, Мишка Бамси. А Мишки? Ёпту. Я, блядь, я не помню, какие были Мишки. Сейчас, подожди, я тебе сейчас найду, какие были Мишки. Мы тут про Мишек говорим, ну вот Мишки и должны быть. Мы должны выяснить, какие были Мишки. Мультсериал про Мишек. Наверное, так надо, да, загуглить. Мультсериал про Мишек. Мишки. А, он мне Сиги предлагает, Мишки. Давайте, мультик. Мишки Гамми, блядь, точно! Мишки Гамми, я помню, что были, их звали Мишки. Но я не помню, какие. Мишки Гамми, точно. Короче, если ты не смотрел, это пиздец. Выключай срочно это ебучее мое видео, вот это бессмысленное, бесполезное, ни к чему не обучающее. И включай этот, Мишки Гамми. Просто хотя бы знакомься, о чем речь вообще. Это реально такая крутая вещь. Ты будешь благодарен мне всю жизнь. Ты будешь звонить и говорить, спасибо, друг. Спасибо, что помог мне. Куда идти-то, блядь, вообще? Мне бы кто помог, да? Мне бы кто помог, ты мозги зарядить, да я не понимаю, куда идти. Тю-рю-тю-тю-тю. Вон там что-то есть. А как мне здесь пройти-то? А он не хочет. Наверное, это загадка, да, или что? Ва, ва, ходжа-ла, бу-ба-ба. Ну, пошли обратно, а куда еще идти-то? Ну, вот мне наверх, по идее, да, но он-то не хочет. Мы тут кофеёк пролили. Слушай, вот так. Но мне тут не пройти. Улыбаешься? И здесь обратно не выйти. Там кофе разлит. Кофе разлит вообще. Выше не подняться. И куда идти, блин? Ну все, тоже не выйти. Ну как бы можно вниз? И вниз не выйти. Врубаешься? Засада какая.
А что делать-то? Я даже напрягся как-то. Наверное, нужно было раньше напрячься, да? Когда я типа нихера не делал умного, а делал такую херню. Он просто не залезает сюда. Ну мне надо сюда, да, понятное дело. А маловат он, ростком. А, может вот так? Подожди. Оп. Да не хочет он, падла. Он просто ему... А, подожди, вот так можно, наверное. Оп, оп, оп. А, не хочет, подожди. Так, может зарядиться? Угу. Нихера. Нихера, зато мы посмотрели магию. О. Вниз и прыжок. Это достаточно. Ой, вот, да? Блять, этого достаточно. Мне этого никогда не бывает достаточно. Я сейчас куда-нибудь обязательно упаду. Это что такое? Ты че? Капелька. Блять, мы так не договаривались. Но почему каждый раз-то. Надо штопать. Я медведь штопанный, понимаешь? Потому что игра обязывает. Ну такие события. Знаешь, я в предлагаемых обстоятельствах. Я вот когда. Блять, кто это предлагаемое обстоятельство? Ну, какая ебанутая клавиша. А. Физика здесь просто пиздец. А... Улег и чё, куда? А куда? А, вот, даже грузик. Оп. И чё? Это всё, блядь. А, мне надо самому, наверное, твоё. Ты цепляться будешь? А он что-то не цепляется. Я ж не успею. Надо еще этим. Оп. Вот так. Понял? Красиво. О, кто это такая вообще? Вот, я когда занимался этим, ходил на актерские курсы. У нас... весело, они тут развлекаются. Понимаешь, это сделал тот, который грабит богатых, раздавал все бедным. Сдаюсь, опять дурацкие сказки. Ладно, потом разберемся. Сейчас важнее другое. Скажи мне, лук рабочий. Лук рабочий? Лук. Конечно, он ведь волшебник. Сейчас покажу, чего стоит боевая фея. Боевая фея. Ебало у него. Может, не стоит кричать «Тада!» перед кучей зомби-печенюшек. Ты лучше покажи мне, что может этот лук. Не бойся, ты тут... И тут мы с тобой за команду что ли не успел? Ну вот, надо же было накаркать. А как лук? Прицелить с помощью С. Ёб твою мать. Тут клавиш-то сколько? С мышкой, блядь. И нажмите С и мышкой. Нажмите левую клавишу мышки, чтобы сделать выстрел, удерживать. А потом тут сидит С, чтобы сделать... Пиздец. А нельзя было проще это? Я не понимаю, чем я вообще читаю. Прицелить с помощью С и мышки. А потом отпустите С. Короче, через С это хуйня читает. Ищите вы на. Тут у меня такое ощущение, что я. Пока буду целиться, мне просто пизды дадут очень знатно. А и так дадут, видишь? А и так дают. Дают, я просто забираю побольше. Так вот, я когда ходил на курсы актерские, там. Блять. Было за упражнение я в предлагаемых обстоятельствах. Ну, то есть ты должен. В тех обстоятельствах, которые тебе предлагают, что-то. Ну, придумать, как себя будешь вести так, чтобы это было логично, понятно. Ну, то есть, так, как в жизни. Понял? Серёг, да заебал. Вот эта раскачка, она ёбнутая. Такая она... Она бесит. Ну, реально, она бесит. Она бесит. Реально, вообще, понял? Давай. А что не так-то? А почему он... Видишь, не пройти. Просто бред... Собачий. Вот так и ебись. Пиздец. Да иди ты в пень. Как мне? Блять. Вот эти же суки, они такие, блять, бесечие. А зачем? Да что это такое? Смысл это стрелять, если это неубиваемая вообще какая-то херня? М? Из лука, я имею в виду. Она вообще неубиваемая.
Видел? Я им не херачил, а хоть бы хер. Ничего не получается. И все. Вот она вся моя манна. Почему-то ее так мало, да? Он у меня скорострел, да, медведь? Звучит как-то неоднозначно. Медведь не должен быть скорострел. Ну, хотя медведь, может быть, должен. В природе львы скорострел, если ты понимаешь, о чем я. На. Вот то могут много. Много раз. Да что это? А что это такой слабый лук-то у меня? Ну реально. Почему им так много могут стрелять? Гораздо проще этой. Понял? Ты понял, о чем я? Ну, ты понял. Ты меня догадливай, ты поймешь, разберешься. А, так, сюда мне не пройти. Или пройти? Не, не пройти. Надо направо идти. Право, лево, лево, право. Такая все истыканная, да? Это булавки, это какие-то иголки. Ну, мы такой иголкой получить по... Хотел сказать, по ебальнику, но я же не матерюсь. По лицу. Вот. Новая возможность, охотник. Прикольно. А что он дает вообще? А если ты дает мне охотник, булавки, вот кляни себя, а он с такой еще натяжкой делает. Почему эта печенька на части не разливает, не разлетается, не понимаю. Дерево навыков, что? А где у охотника? Магия. О, можно магию прокачивать. Запас маны. Смотри, как мы здесь можем прокачивать, да? Он у меня прям прокачанный будет прям... Но... Охотник, что делать охотник? Убираешь. Ой, я уже испугался. Супер. Супер свою скорость. Потому что я все правильно сделал, а потом я назад, конечно, как обычно. И все, я испугался. Ну, как, наверное, наверх, да, знаете, что? Освети, как у хоббита, мышь. А, вот так, ну понятно. Лук может поможет открыть отход. А, понятненько. А как им. А, ну что-то С. Тю. А куда стрелять? А он может. А, он может вот так стрелять. Он может зависать и стрелять. Вот это физика, да? Она такая правдоподобная. Ну а че? Каждый раз, когда я зависаю, я могу что-нибудь дополнительно сделать. Такое антифизическое. В жизни-то обязательно. Тем более, если ты медведь. Давай! Яйцо! О, это гугли могли! Пиздарики тебе гугли могли. О, магия-то где моя? Ёбнуть, он агрессивный, да? О! Гоголюха! Ты че, блядь? Ты че такой? А ему по барабану вообще, блядь, мои стрелы? Он меня зажил. Это все. Какие, блядь, слабые яйца, да, были? Вот современных героев яйца ни к черту. Че? А почему? В смысле, блядь? Я, что ли, проиграл? А почему? Че это херня? Он же получил пиздюлей. Че не так-то? Че меня откинуло? Ну поймешь вообще. Блять. Так я же здесь был. Я тут пришел. Это стол тут ебучий. Это. Ну, я вроде не врубаюсь. Наверное, надо теперь выходить, да? Раз он привел меня обратно. Ну а куда еще идти тут? Ну так наверх только идти. Там, видимо, что-то открылось. Или охотник мой поможет. Видимо. А, вот это уебище появились. Их здесь не было. А их-то здесь не было. Ну, отлично. Я тебя сейчас подобью, падла. Понравилось? Я тоже умею стрелять. Ага, обдосталась. Сучка драная. Прокати меня, вонючка. Ну а что я могу сделать? Ну что, падла. А, во, может сбить это. Колбасу. Колбасня. Ой. Он почему-то не стреляет у меня прям вверх. Он мне стреляет вся под углом. Видишь? Ладно. Эти себе. Тяу. Колбаска. Катись колбаской. О, колбаска прыгучая. Не хочешь? Это сардырка. Тяу. Катись колбаской.
помолись с Пасхой. А как тут вообще можно рассчитать так, чтобы не упасть в лыжу эту вонючую, грязную, неприятную, никак, потому что это в жопу рассчитывает он, что он собрался. Да, получай. О, реально зомбари, да? Печеньки зомби. Я тут, может, подождите, я чуть не сдох. Мне сначала было всех убить, а потом уже лечиться. А я все делаю наоборот. Я сначала решил такой, почему бы мне не зашествовать свою разорванную жопу, пока еще всех зомбарей не убил. Логично, блядь? Очень логично. А пиздец, опять я здесь. Бляха-муха, ну нельзя сюда больше приходить. Нельзя сюда больше приходить, понимаешь? Иначе, ну, приходится заново приходить. Они бы хоть предупредили, да, блядь? Что, если ты ебанешься вниз, то ты вот как в той игре, где там ты... Помнишь, я хотел просто серию про нее рассказать, забыл. В этой... Где ты сидишь в этом, в металлическом каком-то этом? Уф, баки или что это вообще? Какой-то котел, в котле. У тебя есть молоток, тебе надо забраться. И тебе надо забраться куда-то на самый верх. И одна ошибка, и ты падаешь в самый, сука, низ. В самую жопу. И это так, блин, бесило. Я просто, когда первый раз это увидел, я даже не поверил. Ты прикалываешься, там очень тяжело забираться. И вот, и вот, вы что, прикалываетесь? Вы реально, блядь? Сейчас это... А, все, понятно. Да, блядь! Что за идиот, да? Ну, ебануться. Ну, что за придурок? Ой. Ну вот, и там я, когда первый раз, я даже не поверил. Я даже не знал, в чем смысл игры. Я такой, ну, лезу. И ни сохранения, ни хера. Ты просто начинаешь сначала, и все. Я не помню, как называется эта игра. Нет, у меня она есть. Посмотри там. Over the... Нет, как-то она называется. Короче, эта игра, блин, самая бесячая игра с тысячелетия. С этим котлом я более бесячего ничего в жизни не видел. Даже эта хуйня имеет... Так, пора штопаться! Ну смотри, у меня всего лишь 5 кусочков жизни. И я их трачу очень быстро. Там у меня всегда остается 1, 2, 3. И все, блин, больше нихера нету. Так, у меня же... О, спина начинает болеть, надо расслабиться. Я слишком напряженно в нее играю, поэтому у меня нихера не получается. Так, причем этот, я напомню, уровень сложности средний. Ну то есть можно еще сложный поставить. Там будешь ебаться, мне кажется, на бесконечности. Так, мне вообще надо вот сюда, я хотел. Но мне сюда не забраться. Просто сделай специально так высоко. Я бы на его месте немножко песочка поносил, вот который с этой кучей на выше, повыше немножко утрамбовал и смог бы это все сделать. А он у меня нихуя не улыбается. Так. Пиздец, это опасно. Надо клавиши не спутать. Ой, блядь. Ну, пиздец, я сейчас, подожди, не хочу вниз идти. Так, а потом Alt, быстро. Можно себе вообще клавиш настроить? Главное меню, меню снаряжения. Ну, пиздец, надо будет уходить. О, прикинь, получилось. Куда я вообще? О, на столике. А вот не получилось бы, и что делать? Опять? Забираться? Увольте. Увольте меня, пожалуйста. Вот. Штопаемся, понимаешь? А все, у меня маны нет. А, можно уровень повысить. Я думаю, что намигает? Уровень можно повысить. Повышает урон заряженных ударов. Повышенный. Да, вот это. Ну так, будем гармонично развиваться. А то у меня одни мышцы, мозгов вообще крох. Новый возможный запас маны. Ну понятно. Что дает? Увеличивает запас маны. У меня теперь, типа, больше стало еще маны. Вот это наебало. О, такой большой. А почему? Так и что, блядь? Вообще ебанулись? А как я должен? Я сразу падаю на врага. Я теряю жизнь сразу просто тупо при падении. Это же какой-то бред. Ну почему они нельзя сделать так, чтобы они... Это пиздец.
Ты размотал, а? Ой, ёпка. Блять. Ну, отъебись. А, ты прям на них падаешь и все. И начинаешь. Ну, нормально. Что такое, да? Какая такая зеленая, которая. У меня, блядь, мышка опять отрубилась. У меня просто бывает, когда мышка отрубается и все. Я ни хера не могу сделать. Просто пипим, блядь, и все. Это тоже. А прикинь бы сейчас у меня ОБС. А просто взял бы и отрубился. А потом такой типа. А че ты, блядь, не выкладываешь видео? А он не записался, мразь, ОБС взял и отрубил его. Мне запись. Че, мне заново всю игру проходить? Потому что я же не могу перепройти уровень. Или могу? Ну, есть игры, где могу, а есть не могу. Но здесь, мне кажется, может быть, даже и могу. Не, не могу, я же не сохранялся на отдельную ячейку. Здесь надо будет заново всю хуям переходить вообще. Все, в принципе. О, эта игра как в этом. На Дендике была. Где эти штучки падают, катятся. Ты их перепрыгиваешь и лезешь наверх. Данки Дон. Да, да. Что такое Данки? Что-то. Короче, какой-то там, блядь, Данки. Там Кинг-Конг скидывает все вниз. Ну, и ты это. Даже в фильме с Адамом Сэндлером, помнишь? О, блядь, так далеко опять. Ёпти. Да, здесь лучше, конечно, не погибать. Надо было маны побольше запасаться. Сейчас этих ебантяет. А, ну идите уже. Да мышка, ты за... Какого хера у меня мышка-то, блядь, включается? Что за бред? Я, знаешь, я же знаю. У меня же это, два монитора. Она, скорее всего, просто переходит от соседей. Но она не должна, по идее, из игры-то вылетать. Как у меня может так брать и из игры вылетать мышка? Что за бред? Но по других объяснений у меня нет. Других-то у меня нет. Такой, я такой, знаешь, очень ограниченный в объяснениях. Человек, персонаж. Легенда. Ой. Оп. Что-то я... А что у вас такое будет? Давай, уебище, сразимся с тобой. Я твой герой. Сколько? Три? Четыре. Да, четыре разочка. Ну что-то их очень много, да? Смотри. Причем там-то мне будет не перепрыгнуть. Надо найти момент, где этих сучки... Вот так. О, я просто гений, да? Вундеркинд. Тут прям доминетрики надо все вычищать. Это тяжело, это просто очень сложно. Давай, ебучий шмель. Иди сюда. А, вот он, что-то ты пережрал, мне кажется. Что-то не очень, да, хорошо? Заболеть. Надо следить за питанием. Здоровое питание, это залог. Это здоровье того, что будет чувствовать себя хорошо. Ну, конечно, не всегда бывает, съешь что-нибудь здоровое, а чувствуешь себя хуёво все равно. Та же там тяжесть, там тошнит, еще что-нибудь. В животике появляются всякие там неприятные симптомчики. Да, такое тоже бывает. Хотя, казалось бы, сожрал что-то полезное. Должно быть все хорошо, и хер себе. Так, главное, чтобы здесь ничего не упало. Это кухня бесконечная, ну она великан же, что? А Мишка-то у меня маленький, он сам по себе маленький, потому что он, типа, ну, плюшевый, Мишка. Он же не этот, не какой там, блядь, медведь, знаешь, там с улицы. Уличный медведь. Ну, Мишка-то, о, что такое? Охотник, убийство врагов приносит на 50% больше опыта. Ну, давайте. А куда я поставить-то? Идти вы. А как выбрать? Выбор. А как мне выбрать-то? Это херню. Рыцарь там еще есть, прикинь. Я просто доступный навык. А что? Затраты на маны и население сокращаются вдвое. А опытами? Ну, опыт хорошо. Опыт тоже нужен. Опытом я прокачиваю свои вот эти все скиллы. Просто одной манной. Он какой-то желтый, да, у меня такой стал? Желтый. Ой, пиздец. О, блядь. Я испугался. Ты посмотри, сколько их. О. А что я могу сделать? Мне он даже не прыгает так. Ну, придется сдохнуть, что? Потому что там. А как я тут? Меня кресло, оно стало проваливаться. Оно типа реально. Знаешь, как?
под моим весом, оно почему-то теперь стало медленно, но опускаться приходится приподниматься. Я даже думаю, надо бы прикупить себе новое кресло. Намекну-ка я с девушкой своей о том, что мне нужно новое кресло. Она все не знала, что мне подарить. Но с другой стороны, мне жалко это выбраться, это тоже неплохо. Я такой, знаешь, мой внутренний еврейчик не позволит выкинуть кресло, которое еще на котором еще может. О! Сидеть. Это что такое? Блять, это кипяток. Туда лучше не лезть. Кто так ложки хранит? Что за дура? Ой, дура, да? Ой, хорошо, что это не пошло. Ты слышал? Мне как-то показалось, что это, ну, враждебно. Звучит враждебно. Ну, это пиздец. Какой-то этот. Да не падай ты, блядь! Ой! Пиздец, да что и наблевал на меня. Да, вот ты ситуёвенка. Где ты, яйцо ебучее? Где, блядь? Почему я каждый раз погибаю-то, не врубаюсь? Почему, когда я его убиваю вблизи, он, видимо, взрывается, наверное, поэтому. А я тоже подыхаю. Надо на расстоянии его пиздить. Он меня же затрахал. Пиздых. Я просто что заметил? Что вот меня просят не материться. Не матерись. Но как-то... По-другому, что ли, игра ощущается, когда такой пытаешься подбирать такие слова. Такие, ну, знаете, вот такая игра, она достаточно интересная. Мои звания такие положительные. В целом она все удовлетворяет мои запросы. Мне все в ней понравилось. Может быть, я просто... У меня ограниченный словарный запас, поэтому я такой... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Надо избавляться. Надо больше книг читать, наверное. Да? Наш ведь... О, смотри. Жадность. Хочу... Как это жадность? Наивность, жадность, ненависть. Прикольно. Прикольненько. А, ну да. Кстати, у меня получается примерно один уровень на одну серию. Вот так есть. Ну да, 45 минут примерно уходит. 50 минут снаружения. Вот. Но все равно я заметил, что иногда... Скажешь какое-нибудь словечко прям такое позабористе. И ощущаешься позабористе. Ну, не ощущаешь себя, как вот эта мразь, которая пытается мне сейчас навалять. Блять, обосрал меня здесь. Ну, кто ж так с гостями-то увидишь? Ну, как ее еще называть? Мадам, которая оказала мне болезненный сервис. Так ее что-то назвать? Мне кажется... Если она уебище, ведет себя как уебище, ну вот как ее по-другому назвать? О, интересно, на сложном уровне что добавляется? Просто их надо типа больше бить или их просто больше? Вот реально. В чем добавляется сложняк? Блин, вот парень. Еще и маленькая такая. Я как мама буду сейчас тебе приду и тоже себе тебе сначала навалю кучу сюда. А потом, если не получится у тебя попасть, еще ужали, уебка. Так, у меня можно прокачать уровень. Уровень новый, а что такое? А, щит. У Мишки появляется волшебный щит на короткое время, защищающий от атак. Развивайте, чтобы открыть. Давай лучше вот это. Тирюм. Повышает скорость исцеления. У меня 4 этих, 2 этих. Лук еще можно прокачивать. Скорострел у меня будет. Мишка скорострел. Ну а что, реально, кстати, он у меня этот... Ниточка. Опыта видел, сколько набирает сразу? Гораздо быстрее. Ну и это хорошо. Я просто думал магию подключить, но потом подумал, нахер. Их мало. Магия нужна, мне кажется, вот когда их прям до хера. А вот даже сейчас не до хера.
Потому что я-то прокачиваюсь, а они не прокачиваются. Вот раздражают игры, где такой, ты прокачиваешь, например, Обливиан. Я вот помню, Обливиан вышел, ну я не знаю сколько лет, 15 лет. Который наподобие этого, как зовут его? Обливиан, не помню. Да, у меня память, конечно, потому что мозгов крох. Что такое? Урон в руке. Не, давайте вернем вот это. Ну, вот это не поставишь, конечно, бист. А, вот так можно. Ну, как Обливиан, да. То есть там... Ох, она нравится мне все это. Там ты прокачиваешься, и враги прокачиваются в равной степени. То есть, чем ты сильнее становишься, ну, тебе выгоды никакой, получается. Ну, там, ты просто как тратил 5 ударов на врагов, так и тратишь. А должно же быть по-другому. Да вы издеваетесь, и как я должен это убить? Должно быть такое, что ты раньше 5, тратил 5, а теперь развился и тратишь 1 силу. Вот это я понимаю. Осторожно, медведь, яйца светятся, что-то... Я боюсь, они сейчас взорвутся. О, а как мне убежать-то отсюда вообще? Жить. Стрелка маленький. А что я могу сделать с ней? Получи, блин. Как это можно вообще убить? Как это можно убить? Что с ней делать-то вообще? Это курочка, которая несет золотые яйца. Да? Брось. Уходи, я не могу. А что? А что это нужно? Как мне отсюда выбежать без потери? Сейчас напои, я взорву его. Блять, придурок! Выбора. Вот, точно. Как тебе такое, раскормленная ты гусиная жопа? Ниточка, давай. Блять, там яйцо. Ну давай. У нее заклинило, по-моему. Ты не дракон, ты курица, пиздуй давай. Блять. Она их не кидала, смотри сколько. Она как этот робот, помнишь, в этих утиных историях там был такой. Там был утка-робот на одном крысе. Мне всегда хотелось быть таким же крутым. Блять, утка-роботом. Ну, чтоб такая штука была. Да я не успеваю, блять! Да она съебывается. Кто за два ебанул, да? Ниточка! Блять, ну он по жопе! Он наехал на прям по жопе! Кто ж так атакует-то? Жопа это слабое. Слабое место у любого человека. Там есть седалищные нервы, но неприятно. Но ты если атакуешь, то по-мужски себя веди. Хотя кому я обращаюсь? Это курица, блядь, которая себя возомнила драконом. Какой там по-мужски? Какой здоровенный, да? Не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да, давай-давай. Ну поехала, блядь! Здесь надо еще вычитать тайминг, еба! Ну давай, поехали, поехали.
А я-то попал нормально. Ну, удивил прям почти. Тут надо прям вплотную хуярить. Тетка. Ну а что, я, как ее пройти, не потерять здоровье? Блять. Это же было близко. Тупица, я здесь далеко стою. А я не боюсь, не попадет. Ооо, новый, возможно, данный прыжок. Он такой красивенький, да? Нажмите дважды, чтобы прыгнуть еще раз. Вот это хорошо, как червячки такие, помнишь? Играю, вот, червячки. И можно еще так. Тво, 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 тво. Меню снаряжения, чётенько. А чё мне дали? Урон в рывке. Не, нахер не надо. Я думаю, сейчас уже пройдем. Пиф-паф-уфу, хочу я медвежий дух. Ну, наконец-то, вот и ужин мой подоспел. Ну-ка, давай поклонись королю. Я его, типа, ужин. Он думает, что, блядь, вы пришли отсюда, ваше величество, пока ваш ужин не дал вам пиздюлей. Жена, почему мой ужин разговаривает? Жена не знает. Погоди, ты хочешь сказать, что это колодяжка твоя жена? Не могу не заметить, я в сказке и правда была немного по-другому. Наглый ты медведь, я тут хозяин, ты мой, весь замок мой, тут все только мое. Жена, ну-ка подними меня, мы им устроим. Я боюсь, боюсь себе представить, как он удовлетворяет жену. Сейчас, она, видимо, его просто целиком засунет. Ёптить. Вы что, ебанулись? Граждане. Что происходит? А почему она ее догнать не может? Я... Может. Может. А! Отъебись. Я ассасин. О, ну она реально? Let's go, bear. Да я-то все делаю, по-твоему. О, блять, я не то упал. Я упал, игра, остановись, я уже внизу валяюсь. Ёби, ёби, ёби. Побежали. Ты-ты-ты-ты. Он так прикольно бегает, да, такой забавный. Блять. Ой. Разработчики, блядь, заебали. Как? Как можно делать игру? Go, да отъебись ты, блядь, ты видишь, что я что, по твоему специально торможу? А как я должен забраться? Если я нажимаю 5 раз shift, игра все. Чи-чи, ошибка. Это ж тупо. Ну не надо было shift делать. Вот хуйня. Можно было правую кнопку мыши, а я даже настроить не могу. Так, три раза. А почему игра не останавливается? А! А, там гвоздики. Там гвоздики! Гвоздики. Я думал, забежать наверх там. Что-то я не обратил внимания. Я думал, если я успею, пока швабра не сломалась, я успею. А там гвозди. На них натыкаешься и пиздец. Опа, мимо. Я начинаю переживать, что мне пизда. А я не зря переживал. Тут оказывается, блядь, надо успеть еще, пока экран поднимается, прыгать. Пим-пим-пим-пим-пим. Прям как в этом, как... Я вспоминаю сразу Дэнди, там этот Ice Climber, который вверх надо ломать молоточком, вот эти
перекрытие там со льдом. Чтобы... Где я вообще? Чтобы успеть наверх забраться, пока экран там дно не поднялся. Так, в контре или где там? Везде такие были уровни. Вот и давненько такой не встречал. Надо успеть. Сложный. Блять, что такой сложный? Он сложный, потому что управление ебанутое. Ну реально. Или я. Ну, может быть, и я. Let's go, bear! Да. Да подожди ты, блядь! Я не успею... Где я вообще? Я... Уже прогресс, ты ж уже прогресс. Я далеко пришел. Далеко... Ну а чё? Музыка... Не так, кстати, здесь музыка прикольная в самом начале. Как реально из Темного рыцаря, из третьей части. Где он с Бэйном. Понимаешь? О, нет, возвращение легенды, да? Па-ла-ла. Да быстрее, Миш. Ну, блядь! Ой, сложно, пошло это все как... Ой, нехорошо. Ну, попробуем. Ну, не получается. Так, сосредоточься, у меня уже просто начинает спил ломить. Надо подобнее сесть, расслабиться, сделать мне смузи. Сделать мне какой-нибудь смузи! Смузи в студии, блядь. Ну ты убери нахуй свои руки. Ну и ты, блядь, подожди меня! Я не врубаюсь. Какого хера, да? Как мне это сделать быстро? Я бежал, экран быстрее меня бежит. Я в принципе не могу успеть за ним. Смотри, как я все быстро делаю. Let's go, bear. О, пиздец. О, по бритве самое то пробежать. Надо ускоряться здесь, иначе хуй успеешь. А я боюсь ускоряться из-за ебучего шифта. Куда ты? Блять, гениально просто приземлился. Да, тебе не кажется? Прямо на голову этому хуёбку. Let's go, бе, идёт хорошо, блин. Да блять, так нечестно! Реально честно. О, нет! Это почему? Да блять, опять сначала. Нечестно. Пиздец, нечестно. Ты видел, сколько я так далеко прошел? Ты за меня уж переживаешь, я тоже. Так, заткнитесь. Те, я пытаюсь сконцентрироваться. Ну просто тупо, потому что ты меня куда бежать. Я не вижу наперед. Давай, Мишаня. Отъебись.
Вот ты туда пошел. Опа. Блять, отъебись. Оо. Вот жопа. Красиво, да? Давай, Мишань. Так, здесь главное не наебаться. Это стул какой-то. Так, освещение, блин. Она мне даже... А чё я такой ломлюсь-то даже, да? Она же меня не видит. Или видит? Видит, сука. А я там бы и остался. Что бы она сделала? Стала бы искать меня там? О, видел, как гениально прошел. Блять. Это уже рисково. Блять, вот напряженная игра. Банка. Я слышу, как она топает, сука. Не топайте, женщина. Ты, блять. Легче такой музыки не становится. Ой. Тетенька, идите нам. Жена, лови его быстрее, блядь. Иди нахуй, жена. Это я как бы этот. Ох, пиздец. Ой, хорошо. Мишка запрыгнул на бумажный самолетик. Оживленные маги, искорки. Ченьки, глазки, руки уже почти накрыло наших героев. Но самолетик унес их прочь. Блять, пиздец, я так давно не переживал. Король был в бешенстве и приказал жене их догнать, догнать любой ценой. Великанша бросилась в погоню, она тянулась за беглецами все выше и выше. О, я переживаю, пиздец. И сама не заметила, как потеряла опору под ногами. Давай, падай, уебище. Оторвавшись от вагони, наши герои продолжали, продолжили путь. Вскоре Мишка заметил парящий в облаках остров. Самолетик мягко опустился на воду, и искорка тут же превратила его в лодочку. Они оказались на знаменитом острове «Нет и не будет». Блин, красивая такая, да, игра? Такая, она прям... Ну, реально классная. Блин, разработчики вот такие... Что, где это мы? А ты не помнишь, сколько в детстве было книжек про летающие острова? Одна, про трехголовых обезьян. Я сдаюсь. Она сдается. Ну и все, блин, вот. А это уже в следующей серии мы увидим. Пока что не подписывайся на канал, лайки мне нахер не ставь. Вообще не комментируй ничего. Я вообще сюда не заходи, блин. А что, понимаешь? Это здесь только для избранных. Для меня, и все. Один сам смотрю свои видео. Поэтому до встречи, мой дружочек. Если захочешь, посмотри что-нибудь выборочно. Так что все. На этом мы заканчиваем. Пока.